Подходит к концу 2010 год. Еще один знаменательный продуктивный год из истории жизни компании «Международный коралловый клуб» и всех тех, кто является ее приверженцами. Этот год был полон приятных событий, ярких впечатлений, больших достижений, побед и наград, огромного труда и высоких результатов. Компания по-прежнему идет по пути международного развития и не перестает расширять ассортимент продуктов. В этом году появились такие новые продукты, как питательные и вкусные батончики спирулина Green Bar, спирулина Cacao Bar, Super Cherry Bar, Super Apple Bar, Super Food Bar, Silver Gel – уникальный гель на основе коллоидного серебра, разогревающий крем Cool Relief, который действует как спасатель при растяжении мышц, травмах, болях и простудах. Биологически активный комплекс витаминов, минералов, аминокислот, микроэлементов и растительных волокон Флавасил. Членов клуба порадовал яркий и богатый информацией новый журнал компании Coral Time и красочный каталог продукции. Выпущена серия книг по продуктам и здоровью. Коралловый клуб провел системную пиар-кампанию продукции в таких популярных средствах массовой информации, как газета «Московский комсомолец» и журнал «МК Бульвар». Настоящим подарком и блестящим инструментом для всех нас стал новый познавательный видеофильм о Куралмайне с экскурсией на Окинаву. Ведь для нас это главный инструмент работы. Миссия компании «Коралловый клуб» – делать мир красивым. Компания Coral Club International стремится делать мир красивым во всех его проявлениях. В этом году была разработана социальная экологическая программа «Дерево 21 века», которая включает в себя ряд акций по озеленению больших городов, где есть центры продаж компании. В рамках каждой акции любой член клуба может посадить свое дерево – дерево своего будущего. Первые шаги озеленения окружающей среды коралловцами уже были сделаны на территории села Лазаревка у церкви Александра Невского, которую построила платиновый мастер Зинаида Деревьева. Туда не раз приезжали мастера, дистрибьюторы и потребители кораллового клуба. Команда города Одессы посадила свою аллею одесситов. В этом году серебряный мастер Светлана Иващук написала книгу «Яблоня от яблони» и объявила акцию в помощь детям дома малютки города Черновцы. Вырученные средства пошли на восстановление здоровья малышей. Светлана Иващук вместе с Ольгой Бутаковой посетили дом малютки, побеседовали с главврачом и расписали программы применения продуктов. В городе Одесса официального разрешения по применению укрепляющих программ добилась директор приюта номер 2 Ольга Галинская. Благодаря ее усилиям уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ снизился на 50% по сравнению с прошлыми годами. В компании «Коралловый клуб» налажена система обучающих школ. Это еженедельные семинары по сохранению и укреплению здоровья для потребителей. Они получают глубокие знания о живой воде, об очищении организма, полноценном сбалансированном питании и защите иммунитета. В таких крупных городах, как Москва, Самара, Саратов, Хабаровск, Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и многих других городах ежемесячно проводятся стартовые школы, которые предназначены для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, знакомится с компанией, изучает ее историю, ассортимент продуктов, концепцию здоровья, миссию и принципы. Это ежеквартальные школы директоров-навигатор, на которых активные дистрибьюторы изучают основы построения бизнеса, создания дружной команды партнеров. Здесь новичков обучают опытные мастера. Они раскрывают секреты своего успеха, вселяют веру, заряжают оптимизмом и вдохновляют на успех. Как всегда, оригинальными и эффективными остаются летние семейные школы в Крыму. Школа директоров в Судаке «Звездный пилотаж» Гусарова Елены, город мастеров Натальи Толда, фабрика мастеров Лидии Богославской, высший пилотаж Гущиных Татьяны и Володи и школа Ирины Бугры. Крымские пейзажи, летние палатки, семинары на свежем воздухе, вечерний костер и песни под гитару создают теплую атмосферу знакомства, дружбы, общения и продуктивного обучения. В результате целые семьи становятся членами кораллового клуба. Ежегодная школа лидеров в Одессе, фрегат мастеров Марины Федоренко, в Запорожье фабрика мастеров Лидии Богославской, в Закарпатье поляна нарциссов Зинаиды Деревьевой, в Уссурийске школа лидеров Зинаиды Будько, Людмилы и Дмитрия Насоновых, в Подмосковье семинар Network Revolutions Алексея Лупонина, Розы Фоминой и многих других собирают большую команду новых и уже состоявшихся лидеров и мастеров различных структур. Здесь они обмениваются опытом, новыми методами работы, совместно планируют будущие события, учатся, как создавать и развивать сильную, крепкую и дружную команду партнеров, самостоятельных и независимых лидеров кораллового клуба. Достойным примером слаженной работы мастеров Галины Шелех, Анатолия Борисова, Марины Федоренко, Климутиной Натальи, всех выступающих, а также организаторов мероприятия Донецкой, Киевской и Одесской команды
стала подготовка и проведение масштабного семинара для директоров под названием Coral Life, который состоялся в Тунисе. На семинар приехали свыше 500 человек из разных уголочков мира. Особенно поразили дистрибьюторы Монголии, которые добирались на семинар более 7 дней. Золотые мастера Галина Шелих и Анатолий Борисов успешно организовали и провели школу директоров в крымском городе Алушта. В городе Белая Церковь состоялся семинар «Формула успеха» Светланы Иващук. Мастер Анастасия Свердличенко в городе Хабаровск организовала большую конференцию и незабываемую туристическую поездку в Японию, где также появились активные потребители и дистрибьюторы кораллового клуба. Так что путешествие было совмещено с работой. Это и есть стиль жизни сетевика. Региональная конференция в Риге под тематическим названием «Мой путь к успеху» порадовала ее участников не только богатой информацией о развитии и расширении своего бизнеса, экскурсиями по Старой Риге, но и замечательным круизом в Стокгольме. Регулярно в разных городах и странах проводятся межрегиональные конференции поколения Next, главный лидер которых – золотой мастер Александр Подпорин. Сегодня активно развивается движение молодых бизнесменов. Творческая группа выпустила журнал «Поколение Next», где пишется об историях успеха лидеров компании, поднимаются актуальные вопросы, дается интересный и познавательный материал для развития молодежи. Традиционно состоялись конференции компании в Египте «Золотые для золотых» и в Москве для членов клуба и выше. Это грандиозные мотивационные и обучающие мероприятия, на которые дистрибьюторы приводят свои команды и получают кладезь знаний, награды, признания, ближе знакомятся и общаются друг с другом. Бизнес-тур Марины Федоренко по таким городам, как Милан, Болонья, Римини, Неаполь, Ливорно и Рим, громко заявил о компании «Коралловый клуб» по всей Италии. Презентации, личные встречи, холодные контакты – все это дало положительные результаты и подготовило почву для проведения здесь международной конференции. Был запланирован и успешно прошел грандиозный бизнес-тур по городам России платинового мастера Марины Федоренко. И как результат – масса благодарных отзывов россиян, увеличение количества подписаний, товарооборота, развитие роста дистрибьюторов в рангах. Лидеры в таких городах, как Пермь, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Москва, провели огромную работу по организации городских презентаций, тренингов и личных встреч для активных дистрибьюторов и сетевиков. Успешно внедрена и реализована работа по привлечению лидеров различных сетевых компаний при помощи уникального тренинга Марины Федоренко «MLM – маркетинг без иллюзий». Активное участие дистрибьюторов компании «Коралловый клуб» по приглашению знакомых сетевиков на этот тренинг дало свои плоды. В их структурах появились не просто новички, а люди, обладающие знаниями, опытом ошибок и успеха в индустрии MLM. Люди, которые влюблены в MLM. Многие из них оценили уровень обучения и преимущества маркетинг-плана «Кораллового клуба» и сделали свой выбор в его пользу. 22 марта во многих городах России, Украины, Молдовы и других странах прошли праздничные городские презентации, посвященные Всемирному дню воды. Это самый большой праздник «Кораллового клуба», так как мы постоянно информируем окружающих о качестве питьевой воды и учим их пить чистую живую воду. В «Коралловом клубе» стала активно проходить трехмесячная школа по коррекции веса и правильному сбалансированному питанию. В Одессе ее ведут Константин Павлычев, Алевтина Расщупкина и Куян Оксанов. В систему работы внедрена новая технология проведения презентаций и семинаров по сети интернет. Это вебинары. Ведущими вебинаров стали около 20 мастеров. Дистрибьюторы и потребители высоко оценили возможность общения, обучения и ведения бизнеса по интернету, не выходя из дома. В этом году Марина Федоренко вместе с одесской командой выпустила целый цикл прямых эфиров, телепередач для того, чтобы поделиться с вами секретами молодости и активного долголетия, чтобы рассказать о простой философии сохранения и укрепления здоровья. «Осторожно, грипп! Иммунитет – лучший доктор в мире!» «Кто в ответе за ваше здоровье?» «БАД и законодательство» и другие. Продолжается выпуск газет «Коралловый мир» для потребителей и дистрибьюторов, где подробно рассказывается о наших уникальных продуктах. Компания «Коралловый клуб» шагает по Европе, расширяя свои границы для более близкого общения и знакомства с теми, кто о нас еще не знает. Теперь у жителей Италии, Румынии и Израиля есть возможность пользоваться нашими удивительными продуктами и создать свой собственный успешный бизнес. В этом году в Италии состоялась первая международная конференция, которую организовали Валентин Кузалков, Александр Гречишкин и Марина Федоренко. Развивать свой бизнес приехали дистрибьюторы Италии, Чехии, Франции, Молдовы, Беларуси, России, Украины, Албании.
Руководитель склада Валентин Пузалков не только наладил работу, но и обеспечил потребителей и дистрибьюторов информационными материалами на итальянском языке. В Израиле при совместной работе Якова Хлевицкого и Марины Федоренко состоялась первая стартовая школа, личные встречи и презентации. Живой интерес жителей Израиля подкрепился результатами. Большое количество новых потребителей и дистрибьюторов. 2010 год ознаменовался открытием официального офиса компании в Румынии. Теперь жители Румынии имеют свободный доступ к уникальным продуктам для укрепления и восстановления своего здоровья. Теперь и для них открыты большие перспективы в создании собственного бизнеса. Добро пожаловать всем, кто хочет жить по-новому. Давайте вместе делать мир красивым. Здоровья, успехов, счастья, удачи, любви, радости всем нам в новом 2011 году.